Военнослужащие Республики Беларусь, если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения. Заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ. Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских и соседских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Республики Беларусь. Если же вы боитесь преследования действующей белорусской власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках. Мы обеспечим вас необходимыми бытовыми условиями, питанием и медицинским обслуживанием согласно норм ВСУ. Для связи с родными и близкими мы обеспечим вас телефонной связью и круглосуточным доступом к сети интернет. Ваше оружие будет находиться в охраняемых комнатах хранения, а военная техника на специализированных стоянках. После окончания военного конфликта вы сможете получить свое оружие и технику в том же состоянии и беспрепятственно убыть на территорию Республики Беларусь. Военнослужащие Российской Федерации, если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных, необходимую правовую и медицинскую помощь, возможность самим оповестить ваших родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после завершения военного конфликта или же в результате обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неминуемая смерть. Для связи с представителями украинского командования используйте номера Единого центра приема обращений военнослужащих Российской Федерации по сдаче в плен. Плюс 38. 066-580-34-98, плюс 38-093-119-29-84.